Продолжается открытый чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой среди мужских команд. В Алматы наши хоккеисты принимали столичный «Номад». И хотя Алматы находится в середине турнирной таблицы, игра команды привлекает на трибуны раскаточного катка «Баллон Шолака» немало алматинцев. Такие сильные соперники, тем более Павлодар, мы смотрели эту игру. Классно они сыграли, хотя они первую игру выиграли, но вторую проиграли. Но все равно молодцы мы за них, мы ждем победы. Все нравится. Я не особо разбираюсь, вот девушка разбирается. Ну, вообще, мне хоккей очень нравится. Я всегда хожу, смотрю, болею. Ну, песня была такая. В хоккей играют настоящие мужчины. Решила прийти посмотреть на настоящих мужчин. Увидела вроде. С первых минут оппоненты начали радовать зрителей скоростным хоккеем. Несколько динамичных силовых приемов повысили уровень адреналина у собравшихся. В этом матче форварды соперников показали себя с наилучшей стороны. В составе гостей отличились Лоханин, Бельгибаев, Бурделев и Спиридонов. У хозяев свои моменты реализовали Жилин и Машинец. Победа «Номада» со счетом 4-2 позволила столичной команде подняться на четвертое место. Мы на это и рассчитывали, что вязкая будет игра. Было моментов много и у них, и у нас. Слабая реализация, в принципе. Ну, повезло, что выиграли. Мы рады. 10-я победа подряд. Идем дальше. Алматы же с 37 очками остался на 6-й позиции. Теперь отставание от лидирующего Иртыша составляет 25 пунктов. Тем не менее, сдаваться команда не собирается. Ну, на Алматы попадание плей-офф я не говорю, это как бы не обсуждается. Но первый раунд должны пройти, а чем дальше, тем лучше. Я просто не знаю, как они до этого выступали. Я просто новый игрок, поэтому я думаю, что чем выше, тем лучше. Параллельно матче Бейбарыс Ватерау провел 6 безответных шайб в ворота усть-каменогорского «Торпедо». Сегодня в столице сойдутся Астана и Арыстан, а Орлан у себя дома скрестит клюшки с Горняком.